Relax, listen to me with your mind. Расслабьтесь и слушайте меня умом. Ancient spiritual practice, as we know, practitioners usually left home and went to a monastery or cave or the mountains to practice. В древности духовные практикующие, как правило, оставляли свой дом и уходили либо в монастырь, либо в пещеру, либо куда-то еще для практики. Usually, practitioners usually travel very far and meditate in different places. И, как правило, практикующие уезжали в дальние путешествия и практиковали в разных местах. As I know a few Chinese practitioners, they traveled from one mountain to another mountain many years on a traveling and meditate. И я знаю, что есть китайские практикующие, которые по много лет находятся в путешествии, практикуют на одной горе, потом перебираются на другую гору. Certainly, finally, return to its original location. Ну, конечно, в конечном итоге возвращаются в свое изначальное место. Yeah, why? For Почему? what purpose? С какой целью? As we know, for a higher spirit, there is no space, there is no time, no distance. Мы знаем, что для высших духов нет времени, нет расстояния, нет пространства. That's right. И это верно. But why somebody got spiritual teacher at home, and many of them didn't get the teacher at home? Но почему кто-то получает духовное обучение прямо дома, а кто-то нет? And why many spiritual practitioners they visit different locations where the energy is strong, or ancient monasteries where there are high level practitioners, and there they got spiritual transmission. Почему же тогда и в древности практикующие приезжали либо в какие-то места сильные, духовные, с высокой энергией, либо в какие-то монастыри, где много высокого уровня духовных практикующих, и там получали передачу? How can we explain this? What Как? kind of phenomenon or fact or some phenomena we can see? Как мы можем объяснить эти феномены или эти факты, или те феномены, которые мы видим? I tell a few examples and then let analyze in this field what the fact can be. И сейчас я приведу несколько примеров, и давайте с вами проанализируем, какие факты могут быть в этой сфере. When I was just graduated from Beijing University and meditate in my room. Я тогда учился в Пекинском университете и медитировал у себя в комнате. One morning during the breakfast, the Dharma came and said, "Come on, come, go out and practice." Однажды утром во время завтрака ко мне пришел домой и сказал: «Вставай, пойдем практиковать». At that moment, I was having my breakfast. Я что-то ел свой завтрак. So it certainly was difficult to make decision. This is illusion or this is a fact. И в моменте было сложно принять решение, это иллюзия или это факт. But anyway,
I put my food aside, went to outside. Но в любом случае я отложил свой завтрак в сторону и вышел на улицу. Outside there was a small park, so I go, yeah, I went into the park. Снаружи был небольшой парк, куда я и отправился. Nobody disturbed me. Никто мне не мешал. Because it's still morning. Было раннее утро. And then I saw Bodhidharma stand in the sky. И я увидел, как Бодхидхарма стоит в небесах. And then, yeah, he said, he just do it. И он сделал такое движение и сказал, делай это. And then I start to play кунг-фу. И я начал делать какой-то кунг-фу. I felt I changed, my spirit changed into our ego. И я почувствовал, как мой дух изменился, преобразовался в орла. And I felt I'm towards an eagle. И я почувствовал, что я и есть орел. Yeah, my hands changed into claw of eagle. Мои руки стали лапами орла. So I practiced, you know, the very intensively. И я выполнял очень интенсивную практику. I was so tired. Я так сильно устал. It was very strong. Это было очень сильно. So in my mind, I was thinking, even I die, I will continue to practice. И в своем уме я думал, что даже если я умру, я все равно продолжу практиковать. Yeah. No difficult breeze, right? Да, даже дышать было сложно. When I had this thought in my mind, and Bodhidharma received it. И когда эта мысль появилась у меня в уме, ее получил Бодхидхарма. He clapped. И поаплодировал мне. So, wow, you read my mind. И я подумал, о, он прочитал, что у меня на уме. From that moment, I understand her spiritual teaching is not use our common five senses, not eye, not ear. И с этого момента я понял, что в духовном обучении не используется наше привычное восприятие ни глаза, ни уши. Yeah, he just thought, sent his mind, thought into my mind. Он послал свой ум, свою мысль в мой ум напрямую. What I see is an image coming to, and if you don't have such eye, you can feel some signal come into your body. Он отправил мне образ, а если третьего глаза нет, вы можете просто чувствовать, как некий образ входит в ваше тело. And then you start to do it. И вы начинаете это делать. Okay, so one day he said, yeah, you need to visit my monastery. Однажды он сказал, тебе нужно приехать в мой монастырь. Yeah, it's monastery. Вот этот монастырь. He said, I'm going to go to India. Он сказал, я собираюсь в Индию. So 3 years I will not be here. Здесь меня не будет 3 года. You know, I didn't think that is a fact, that can be my illusion. Но я не думал, что это что-то настоящее. Скорее, это была моя иллюзия. But in a few months, I had the project, it's near, not far, that city. And then one day, my colleague and some other friends suddenly said, oh, we have holiday, let's drive to the monastery. Но через несколько месяцев был небольшой по работе проект здесь недалеко, и через какое-то время мои коллеги, еще пара друзей сказали, давай съездим-ка в монастырь. I said, yes, let's go. Я сказал, да, давайте съездим. And then at that moment it's no transport like now. You can call taxi, you can call online. Yeah, transport. At that time, no. But one person, her husband, is a leader to manage the cars. So we had a jeep. We drive the driver drove us to the monastery.
Тогда еще не было такой транспортной организации, сообщения, как сейчас. Машину можно и так вызвать, и через интернет. Тогда здесь было очень ограниченное транспортное сообщение. Но одна из коллег, у мужа была автомобильная компания, и он дал нам джип с водителем, и мы поехали сюда. So we visit Shaolin Monastery, one by one, and then visit his that big hole, the backside where is the statue Bodhidharma. И мы пришли в этот монастырь, зашли в него один за другим и пошли к задним холлам, залам, где стоит статуя Бодхидхармы. So that hall now they meditate. For their monks, usually they don't open for tourists. Сейчас обычно в этом зале медитируют монахи, и для туристов он закрыт. So when we visit that hall, I put 10 yuan. At that time, 10 yuan was like more than 100 yuan. I put in the box. И я сделал пожертвование в ящик для пожертвований 10 юаней. На тот момент 10 юаней – это сейчас как больше 100 юаней. Because my salary at that time 70 yuan. Тогда моя зарплата была 70 юаней. So, the monk looked at, I put the money in, so he beat the ball. И монах увидел, что я кладу деньги, и ударил в чашу. And then suddenly I saw Wen Yin fly in Bodhidharma's statue. И внезапно я увидел после этого звука, как Гуанинь залетела в статую Дамо Бодхидхармы. I was surprised. This is Bodhidharma. Why is not Dharma coming into his statue? Я удивился, но это же статуя Бодхидхармы. Почему Гуанинь, а не он сам, входит в эту статую? One practitioner who had very good second heart and third ear. С нами была практикующая, которая очень хорошо работали второе сердце и третье ухо. But no third eye. Но третий глаз нет. So I ask her, please ask why the Guanyin came in the statue. И я попросила, пожалуйста, спроси, почему Гуанинь вошла в эту статую. She asked it and said, Guanyin told it, said, Dharma is not here. He went to India. И она спросила и сказала: "А, Гуанин говорит, что домой сейчас не здесь, он в Индии." So now I have the Bodhidharma for his hall. И сейчас я замещаю Бодхидхарму в его холле, в его зале. At that moment, suddenly I remembered Bodhidharma told me this. И в тот момент я вспомнил внезапно, что мне же Бодхидхарма об этом говорил. So for me at that moment, I was so surprised. That's true. That Bodhidharma told me. And this moment proved. И я в тот момент был так удивлен. Я подумал, что действительно, Бодхидхарма уже мне об этом говорил. И сейчас это подтверждается. So here there are a few things we need to analyze. И здесь есть несколько моментов, которые нам стоит проанализировать. This tradition, like the drawing pictures or statues, why the spirit, like Dharma, even Guanyin, can come into the statue? Вот такой изобразительной традиции, как живопись и статуи, почему Дамо, Гуанин могут входить в них? As we know, any monasteries, there are many statues for different Kufa or Buddha or some other spiritual teachers statues. And students meditate at front of them.
И мы знаем, что во многих монастырях есть огромное количество статуй, Хуфа, Будды, кого-то еще, и студенты медитируют рядом с ними. Yeah. And now, probably, like my experience, as they schedule Bodhidharma or Guanyin, they know they often came into this schedule. И похоже, что Гуанини, Дамо, они знают и часто входят в эту статую. At home we don't have schedule where the Guanyin can be. Дома у нас нет статуи, в которую может войти Гуанинь. But in the monastery, they had this schedule, and this schedule, Guanyin or Bodhidharma, came to this into the schedule often. This is why this is like his home. А в монастырях есть статуи Гуанини, домов, в которые они могут входить, и это подобно их дому. When we visit Tibet, also, like for example, in one monastery, Sangye Monastery. В Тибете мы ездили в монастырь Санье, Самье. When I visited the statue of Lianhua Sheng at the Putna Samhava. И мы приехали в этот монастырь, там была статуя Падма Самхавы. I didn't know him. Because in our monastery we don't have his statue. Я его не знал, потому что здесь, в наших монастырях, его статуя не встречается. So I look at him and my mind think, what ability do you have? Why here any monastery people preach you? И я посмотрел на статую и подумал, а какие способности у тебя есть? Почему твоя статуя во всех монастырях и все молятся тебе? And suddenly the statue became alive. И внезапно эта статуя ожила. He just like and sent the hole bigger than this hole, all hole on the floor lotus. Он сделал один взмах рукой, и зал больше, чем этот зал, внезапно весь пол покрылся цветами лотосов. So in my mind, I get the meaning, every lotus has the ability to help people to go to a higher world, to get liberation. И в моем уме возникла информация, что каждый из этих лотосов помогает человеку попасть в высший мир и получить освобождение. Suddenly I understood that moment. He was so powerful. И в этот момент я понял, насколько он могущественный. Now, after last year's visit, he stayed in the same monastery, Sanye Monastery. I got more impression he was a powerful spiritual teacher. И когда в прошлом году я снова поехал в монастырь Самье и снова встретился с ним, я был еще более впечатлен, насколько он мощный учитель. And later, some situation, I will tell that story from last year. Позже будет подходящая ситуация, когда я расскажу эту историю с прошлого года. In spiritual practice, we always say судьба, fate. В духовной практике всегда есть понятие судьбы. With our common words on the society, we said, do you have relationship with him? В современном социуме часто этот вопрос можно перефразировать так. У тебя есть с ним какие-то связи, отношения? No.
If you know relationship, you need to build, make a relationship with somebody. А если у вас этих отношений нет, то вам нужно с этим кем-то выстроить связи, отношения. Right? Верно? If you want to become some governor, but you don't have hire people who can recommend you, nobody know you, you cannot become the governor. Если вы хотите какое-то место в правительстве занять, но нет более вышестоящих людей, которые вас могли бы порекомендовать, то не получится. So you need to go to some meetings, some conference, some special event to acquaint with some higher people. И нужно ходить на какие-то встречи, собрания для того, чтобы познакомиться с кем-то вышестоящим. And then probably somebody give you a hand and help you to go to higher position. И тогда, возможно, кто-то вам протянет руку и поможет подняться на более высокую позицию. So, a practitioner looking for a special place in order to build this kind of faith. И практикующие ищут специальные места для практики для того, чтобы эту судьбу создать. Maybe first time, yeah, you don't have any contact, but this relationship you have made. И, возможно, в раз никакого контакта не случится, но начало вот этой связи положено. So, for spiritual practitioners, this is also the reason, I think, why they travel, they visit different spiritual teachers or special places or monasteries or somebody else in order to build a relationship. И я думаю, что именно по этой причине духовные практикующие ездят по различным местам, храмам, местам силы для того, чтобы эти отношения создать. And certainly, if before or previous life you already had this relationship, maybe at home you still get connection. But for most people, if you don't have a previous life, the relationship, you need to go to a different place to visit different spiritual teachers to build a relationship or a faith. Но, конечно, если у вас уже в прошлых жизнях были определенные отношения с учителями, тогда вы и дома можете продолжать выстраивать этот контакт. Если же нет, тогда сначала нужно поездить и попутешествовать, чтобы создать основу этой связи. So this is a fact from my point of view, because I saw not once, many, many times in different locations. И это факт, основанный на моем опыте, многократно в различных местах. It always have been proved that true, because later again on the same situation. И это всегда подтверждалось, что это правда, и позже снова и снова возникали схожие ситуации.